Калужском доме музыки звучат времена года. Правда, не Антонио Вивальди, а современного британского композитора Макса Рихтера. Давным-давно ему понравилось это произведение, но вновь играть музыку, которая известна каждому, он не хотел. И вместо того, чтобы забыть о любимом музыкальном сочинении, Рихтер решил написать свои времена года. Цикл из 4 концертов Антонио Вивальди «Времена года» написал в 1723 году для солирующей скрипки и оркестра. В произведении, кроме явного описания сезонов, присутствует аллюзия – разный возраст человека, где весна – это детство, лето – молодость, осень – зрелость, зима – старость и конец жизни. Произведение Макса Рихтера представляет собой полную перекомпоновку скрипичных концертов Вивальди «Времена года». Он оставил примерно 1/4 от музыки Вивальди. В некоторых местах содержится 90% моего материала. В других я изменил всего несколько нот Вивальди. Я буквально вписал себя в партитуру Вивальди. Безусловно, здесь Вивальди узнаваем. Тематика его узнаваемая, но меняются ритмы, меняются размеры, появляется какая-то такая зацикленность, закольцованность, да, это уже из эпохи современной музыки. Это то, что привнес туда Макс Рихтер. Добавлена электроника, сама партитура оркестровая выписана так, что иногда они звучат как синтезатор. И плюс, конечно, там есть его авторское видение, авторский такой контекст, его отношение. Как говорят музыканты, сочинение Рихтера – это размышление о том, как бы написал Вивальди «Времена года», если бы жил в наше время. С одной стороны, с огромным пиететом он отнесся к тексту Вивальди, к мыслям, которые были заложены в цикличности этого произведения. При этом он увидел это глазами человека, который живет в 21 веке. Глазами человека, который слышал музыку уже композиторов-минималистов и сам ее сочиняет. В некоторых работах Макс Рихтер соединяет музыку с литературой. Альбом «Дом воспоминаний» – это музыка, звуки природы и чтение стихотворений на разных языках. В него вошло стихотворение Марины Цветаевой «Уж сколько их упало в эту бездну» в исполнении Аллы Демидовой. «Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали, настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос». Многие Макса Рихтера знают как композитора, который пишет музыку к фильмам. Его работы звучали в кинолентах «Остров проклятых», «Вальс с Баширом» и «Последняя любовь на земле». В своих работах Рихтер часто объединяет то, что, казалось бы, несовместимо – классическую и современную музыку. Несмотря на такой необычный тандем, два мира сливаются в один и получается то, что многие считают шедевром. Так случилось и с «Временами года». Когда мне посчастливилось найти, услышать это произведение, в принципе, я понял, что это именно то, что я хочу, а то, что это может быть интересно, потому что «Времена года» Вивальди, в принципе, интересно слушать всегда. Но, в принципе, их все слышали. Можно искать в них что-то новое, но в ушах у зрителя, в ушах у артистов, в первую очередь, классические прочтения этого произведения. А услышав Макса Рихтера, я увидел, что он привнес новые идеи, которые близки мне, которые ломают некоторые стереотипы восприятия этой музыки. В Калужском доме музыки «Времена года» исполняют впервые. Дирижер камерного оркестра Илья Даринцев признается, что при подготовке цикла столкнулся с некоторыми сложностями. Много стереотипов в голове, в том числе у самого себя, а в том числе у оркестрантов, которые знают, как это должно быть.
а это новое, это по-другому. Это и так, как у Вивальди, и не так, как у Вивальди. Поэтому вначале надо заставить себя полюбить эту музыку, да, понять, что в нее привнесли, а потом это донести до вначале артистов, а потом до зрителя. И этот процесс, как бы, наверное, самый сложный. То есть то, что происходит в голове перед тем, как вынести это уже к оркестру и к публике. Концерт дополнит песочное шоу. Художник в реальном времени рисует то, что слышит, чтобы помочь зрителям увидеть весну, лето, осень и зиму. Смысл как бы в том, что даже у самого Вивальди времена года достаточно визуализированы только не как бы картинками, да, а визуализированы стихотворениями, подтекстом. То есть там заложены какие-то звукоизобразительные эффекты, которые нам помогают воспринимать эту музыку ярче. И восприятие с помощью картин может как раз-таки обогатить эту музыку и, наверное, просто восприятию помочь. Это тоже интересно, потому что цикл развития музыки и цикл, как вот это рисуется вживую, они чем-то схожи. То есть это есть сейчас музыка, но нету потом. Это не как рисунок на холсте, да, то же самое песок, он есть сейчас, а его нет. То есть его нельзя пощупать и оставить навсегда. Так же самое, как с музыкой, они в этом плане близки. Наталья Субботина, художник и руководитель студии рисования песком, дружит с Домом музыки уже несколько лет. За это время они воплотили два проекта, которые прошли с успехом. Поэтому, когда Наталье предложили третий, «Времена года», она, не думая, согласилась. Мне дали свободу творчества, это чисто мое видение. И я слушала музыку, какие у меня рождались образы, связанные с каждым временем года. Поэтому это мое, чисто мое восприятие. Но, как я поняла, нужно корректировать до премьеры, еще нужно внести много таких каких-то поправок. Вот, и даже дополнить сюжет. Все-таки я далека от музыки, скажем так. Я рисую, я педагог. И видение дирижера оркестра и мое, мы сегодня вот уже обсуждали как раз то, что вот я лето увидела по-другому. И послушав уже музыку вживую, я поняла, что нужно еще поработать над сюжетом. Времена года Вивальди и Рихтера очень похожи. Как их различать? И кого же теперь музыканты считают автором пьесы «Времена года»? Главным автором остается Вивальди, а Рихтер скорее просто показывает свой взгляд, немножечко где-то немного киношный, наверное, где-то добавлено что-то современное, изменены ритмы Вивальди, то есть использован неполный музыкальный материал порой. Иногда практически можно не отличить от оригинала, и вдруг какие-то вставочки происходят. То есть это очень интересная игра, потому что, естественно, мы все струнники, не только скрипачи, можно сказать, там давным-давно и наизусть, естественно, знаем Вивальди. И в том-то и, наверное, и интерес, что это очень живо на слух воспринимается, потому что неожиданные размеры, смены ритмов, они интересны. В Калуге «Времена года» тоже будут звучать немного по-другому. Все потому, что Макс Рихтер в своих сочинениях заложил свободу творчества для дирижеров, которые в дальнейшем будут исполнять произведения. Некоторые моменты электронной музыки, которые несколько буквально фрагментов, которые у нас здесь есть, они, соответственно, написаны для этого концерта специально, сделаны, потому что в партитуре их нету. А Макс Рихтер играет, когда играет сам, он играет свои, которые, опять-таки, могут меняться. То есть это
некоторая зона для творчества. На финальных репетициях оркестр тщательно повторяет материал. Самая важная задача – найти баланс между звукорежиссером и музыкантами. Мы уже на финальной стадии, уже все отстраивается со звуком вместе, со звукорежиссером. Это в этом произведении немаловажную роль играет именно подзвучка, потому что есть эффекты. Музыка Вивальди осовременена, но она осталась в такой же классической манере, чтобы не нарушать, так сказать, какие-то слуховые восприятия ценителей. Концерт «Времена года» Рихтер Вивальди открыл ежегодный фестиваль искусств «Калужская осень». Он проходил уже в 17-й раз, и каждый год его начинают с премьеры. В этот раз на открытии нет ни одного свободного места. Мы приехали из Петербурга сюда, в Калугу, не первый раз. До этого были здесь на прекрасном концерте, посвященном Акуджаве. Нам очень понравилось. И вот в этот раз просто специально уже так планировали поездку, чтобы посетить ваш дом музыки. В доме музыки я не первый раз. В основном я хожу на органные вечера. Мне это очень нравится. Я купила билет на 14 число. Вот, и решила купить на открытие. Просто посмотреть, что будет в этом фестивале. Я люблю это произведение. Хотелось бы услышать его в исполнении Калужского дома музыки. Казалось бы, одно произведение, но так по-разному звучит в руках двух композиторов. Самое важное, что отличает циклы друг от друга – эпохи, в которых жили их авторы. Время идет, меняется мир, меняются люди, меняется музыка. И, может быть, спустя века появится новый композитор, который по-своему увидит времена года.